Нарисовал Вова петуха, а раскрасить-то его забыл. Пошел петух гулять. «Что ты ходишь такой нераскрашенный?» – удивилась собака. Посмотрел петух в воду, и верно. «Не печалься», – сказала собака, – «иди к краскам, они тебе помогут». Пришел петух к краскам и просит: «Краски, краски, помогите мне! Без красок наш мир был бы серым, поэтому человек всегда стремился найти способ разукрасить действительность. А рисуют все, по крайней мере, в детстве. Откуда же рождаются эти удивительные цвета, и что же это за краски, которыми пишут картины художники? История красок началась, наверное, вместе с появлением человека. В древние времена их получали из цветной глины и растертых в порошок минералов. Основной принцип составления красок, известный еще художникам Древнего Египта и Эллады, остается неизменным до наших дней. Любая краска состоит из красящих пигментов и связующих веществ, способных при засыхании образовывать пленку. Что же дает пигмент? Во-первых, цвет краски. Во-вторых, светостойкость, то есть способность краски сохранять свой цвет, не выгорать на солнце. Художникам, скажем, очень важно, чтобы картина долгое время сохраняла яркий цвет, такой, как он был изначально. Соответственно, это называется светостойкость, и у нас краски, в принципе, все обладают очень высокой светостойкостью, предназначены именно для создания профессиональных работ художественных. Также разносимость краски, вообще то, как она себя поведет на холсте, зависит от степени перетира. В процессе производства частички пигмента, они перетираются вместе со связующим. И чем более однородна эта масса, чем меньше расстояние между пигментами, тем лучше краска. Тем она более однородная, у нее более яркий насыщенный цвет, и, соответственно, она лучше сохраняет свои свойства. Масляные краски, они все, в принципе, высокодисперсные и производятся на основе натуральных пигментов. К натуральным неорганическим пигментам относятся такие минералы, как сиены, умбры, охры, горный ультрамарин, киноварь. Добываются они в недрах земли или на поверхности, затем их освобождают от посторонних примесей и тщательно измельчают. Названия краскам, которые получают из этих минералов, дают по месту их происхождения – итальянская сиена, берлинская лазурь. Некоторые краски имеют совсем древние корни. Например, ярь-медянка. В рукописи XVI века сохранился рецепт приготовления этой краски. «Возьми молока кислого, творожного и положи его в медный сосуд, да медным прикрой, да туда же положи всяких медных крох и листу венечного, или трав всяких зеленых. А держать все месяц, а смотреть в месяц 4 раза и размешивать, чтобы зелено было, а держать в тепле на печи, а сушить исподволь в тепле же». А вот черный цвет во все времена получали, сжигая без доступа воздуха различные вещества. Оттенки черного цвета зависят от того, что именно сжигается – слоновая кость или косточки плодов, абрикоса, сливы, вишни, миндаля или просто природный газ. Известно, что способы приготовления красок в старину передавались из поколения в поколение. Практически в каждой мастерской были свои секреты. Например, лазурит отмачивали в кислых щах в течение 2-4 дней, после чего в них же его промывали. Постепенно производство красок приобретало промышленный масштаб. В больших городах строят красильные фабрики. Одна из первых московских фабрик «Гамма» появилась еще в 1889 году. Она выпускала краски, пластилин и другую разноцветную продукцию, которую производит и по сей день. К 1926 году на фабрике уже работало 130 человек. Появилась даже своя исследовательская лаборатория для разработки рецептур и повышения качества продукции.
Конечно, сейчас существует гораздо больше видов красок, чем 100 лет назад. Но первые, с которыми знакомятся дети, это по-прежнему акварельные краски. Название «акварель» происходит от латинского слова «аква» – «вода», так как вода является растворителем для этого вида красок. Связующим акварельных красок являются растительные прозрачные клеи – гумиарабик и декстрин, легко растворимые водой. В акварельные краски вводится и поверхностно-активное вещество – бычья желчь, позволяющее легко разносить краску по бумаге, так как желчь препятствует скатыванию красок в капли. Детская акварель у нас выпускается в комплектации от 6 до 24 цветов. Но, в принципе, используя, скажем, уже эти 6 цветов, ребенок может создать очень много других, поскольку краски все хорошо смешиваются, и при этом образуются самые разные оттенки. Ну, как бы для удобства, чтобы не смешивать все это уже, если кому-то лень, скажем, смешать краски, то можно использовать набор там, 24 цвета, там, 20, 16, то есть уже где помимо основных цветов идут еще какие-то оттенки. Чтобы из пигмента и связующего вещества получить полноценную краску, ее нужно пропустить через специальную цилиндровую машину. Она перетирает цветную массу до получения нужной консистенции. В зависимости от вида краски выбирается необходимое количество перетираний. Следующий этап – это разлив краски. Масляные краски разливают в тюбики, гуашь – в баночки разных размеров. Собственно, на этом процесс изготовления красок подходит к концу. Но это касается всех видов краски, кроме акварели. После розлива акварель проходит еще одну стадию. Это сушка в специальных камерах сушильных при температуре 45 градусов. Поскольку изначально акварель жидкая, а в том виде, в каком она продается в магазинах, она и называется полусухая. То есть, чтобы она не разливалась из кювет и приобретала товарный вид, ее необходимо высушить. Художники используют в своей работе самые разные виды красок, а акварелью любят рисовать все – и дети, и взрослые. В стандартном наборе редко встречается белая краска, так как художники, работающие акварелью, мало используют белый цвет. Акварель по природе своей прозрачна, а белая краска лишает ее этой легкости. Гуашь – краска непрозрачная, плотная. Высыхая, она приобретает матовую бархатистость. Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на холсте, на картоне или фанере. Этот тип краски используют главным образом художники-плакатисты и графики. Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщины сохнет от 30 минут до 3 часов в зависимости от влажности воздуха. Гуашевые краски у нас детские тоже выпускаются в наборах, но это тоже от 6 до 16 цветов, потому что как бы ребенку, как показывает практика, больше не нужно в работе, он может сам все это сделать. А вот масляные краски – это для профессиональных художников. Впервые о них упоминается в манускрипте X-XI веков монахом Теофилом. Но только когда Ян ван Эйк в начале 15 века усовершенствовал масляные краски, введя в них эфирные масла и осушители, они стали любимыми красками практически всех прославленных художников. Масляные краски бывают всех мыслимых и немыслимых цветов, до 72. Они хорошо смешиваются на палитре, что помогает добиться нужных цветов и оттенков. Ну, цвета в наборе располагаются как бы от светлых к темным в основном. Либо, если это, скажем, большие наборы, то там идет как бы холодные, там теплые тона отдельно. И, в принципе, как бы это все согласуется с педагогами и с художниками. То есть как это удобно и как это правильно, чтобы ребенку было удобнее с этим работать. Прежде чем краска попадет в руки маленького или большого художника, она, как и 100 лет назад, попадает в специальную лабораторию. Здесь производят испытания, изготавливают образцы на миниатюрном оборудовании, имитирующем то, которое установлено на производстве. Потом рецептура передается в цех, и там выпускаются краски, пластилин, либо какие-то другие материалы, для которых важнейшей составляющей является краска. Исследовательская лаборатория сотрудничает с коллективом художников, можно так сказать. То есть всю продукцию тестируют у нас профессионалы, и они высказывают какие-то пожелания, в соответствии с которыми у нас дорабатываются рецептуры, там вносятся какие-то изменения. И, в принципе, они оценивают качество продукции
Некоторые краски, употреблявшиеся в старину, уже не применяются, исчезли исходные вещества. Производство других прекращено из-за вредности. К ним относятся индийское желтое, кармин, верминьон, а другие, к примеру, пурпур, не производятся из-за дороговизны. Благодаря современным технологиям можно производить краски в больших количествах, что делает возможным использование высококачественных красок не только профессиональными художниками, но и любителями, учащимися. Поскольку эстетическое воспитание ребенка начинается в самом юном возрасте, то очень важно, чтобы родители, педагоги смогли привить ему чувство прекрасного, чтобы у него не пропало это желание творить и в будущем, чтобы, будучи уже взрослым, он также воспринимал мир через вот какие-то яркие цвета, какие-то положительные эмоции. И будь то акварель или темпера, гуашь или масло, витражные краски или батик, тушь или чернила, главное, чтобы они помогали украшать нашу жизнь. Ведь у слов «краска», «украшать» и «красивый» один корень. «Хорошо», — сказала красная краска и раскрасила ему гребешок и бородку. И синяя краска — перышки на хвосте, а зеленая — крылышки, а желтая — грудку. «Вот теперь ты настоящий петух», — сказала собака.